Всем привет, дорогие друзья! С вами Залиел, и мы с вами продолжаем играть в Булли. Как вы помните, остановились мы на том, что сейчас надо поспать, потому что нормальные люди как бы спят. Мы с вами, я не знаю, чем занимаемся так. Господи, что, пищат крысы где-то? Охренеть, вы посмотрите на эту жопу, охренеть! Посмотрите, господи, какие они здоровенные, сука! Охренеть. А чё, как их поймать-то? Ну-ка, иди сюда, маленькая девка. Стоять! Да не ты, блин, там же кружочек был отмечен. Вот она, вот она. Погодите, сейчас я могу. Погодите, это классная игра, это классная мини-игра. Где же эта маленькая девка-то? Иди сюда! У меня еще здоровье осталось. Грязная маленькая есть! Убил, охренеть. Офигеть, я ее убил. Маленькую грязную, какие они же. Я еще могу ее и подобрать, охренеть! Охренеть, это просто самая лучшая игра! Еще и можно кидаться крысами, господи! 10 из 10! Просто 10 из 10, ребята! Он смотрит выключенный телек. 10 из 10. Все, не смотри телек. Господи, я Погодите, если я вот в этого кину. Ну, конечно, меня хулиганы не признают, как бы. Как тебе, крыса? Ах ты, грязный ублюдок. Ну-ка, я могу обратно его, кстати. Ты грязный червь. Ну ладно. Сейчас мы тебя. Пощечины, и еще. Выпить. Ладно, попьем водички. Нет ничего хорошего, чем драка перед сном, господи. Офигенно. Так, ну все, мы можем прям так заваливаться. Какая разница, да? В одежде, без одежды, как бы. Как хоба живем. Мы привыкли скитаться, так что мы вечно без дома. Вечно какая-то хрень происходит, нас выгоняют непонятно за что. Подумаешь, тут рожу начистил, тут крысы покидался. Господи, но уроки-то у меня на 5. В этом случае у них над головой... Блять, все пропустило. Просто зашибись. Наведите на Пити, что он хочет. Отнесите посылку Питера Беатрис. Питер Беатрис. Ух ты. А, его зовут Питер, господи, я какой мудель. Так, левый. Ух ты, какая коробочка. А что там интересно? Господи, посылка. Чтобы завершить поручение, следует за... А, ну это, короче, дополнительные задания, ребят. На самом деле они интересные бывают, вот. Это не особо интересное. Так. Давайте скажем ему. Черт, нормально, твои очки просто стальные, такие металлические, классные, какие диоптрии. Что, минус один? Офигеть, да ты класс, у тебя все равно классное зрение. Что я сейчас несу, ребят, забейте. Просто словарный понос. Так. Фу, слава богу, 5 баксов нам дали, а не очередной поцелуй со страшилой. Я могу, кстати, ей... А дай-ка его... Вот так вот, иди отсюда. О, тихо, там староста, сука. Тихо. Черт, вот так вот сделаем, господи, он нас точно не увидит. Еще сожмемся, все, сжались великолепно. Отлично, кепочку немножечко поправим, и все будет великолепно. Я вот это... Пошла отсюда, жирдяйка. Черт, тебе тут не рады, сука, и тебе тут, сука. Да тут никому не рады, я тут никому не рад, вы все уродины. Господи, где нормальные тёлки? Блин, это что? Вот тут тёлки. Давайте зайдем, посмотрим, какие тут нормальные тёлки. Сука, выберем нормальную тёлку. Сука, опять ты! Я тебе что сказал? Пошла отсюда, грязная червиха! Черт, пошла отсюда, сука, все грязные, выходите отсюда. Тут только нормальные тёлочки должны быть. Где? Где, сука? О, погодите, вот это нормальная. Стоять. Ах ты, грязная крыса! Почему нормальные тёлки от меня сваливают? Ну, в принципе, и ненормальные. Тихо, чё у вас тут? Может, я покопаться хочу? Может, грязное бельишко я хочу? Сука! Пошла отсюда, грязная! Спрятаться. Ой, там бабка наверху! Я помню ее. Черт. Так, что у вас тут такое? Это что? Тут что-то нижнего белья-то нет. Все уже расхватали, что ли? До меня, что ли, все спизжено? Все трусики грязные! Блин, давай, толкай! Толкай, дави! Черт. Всех уродин отсюда, выживаем просто.
Ну вот в какой еще игре можно? Ну это в принципе нормальная, да, как бы, знаете, длинноногая, в принципе и наличка она приятная. Но вот эти, сука, пошли отсюда, грязные черви. Ну ладно, это как бы маленькие девочки, поэтому... Там бабка, что ли? Бу-ху-ху, бабушка! Бабуля! Бабуля, что ли? Ну-ка. Ах ты, грязная бабка! Ну-ка, иди сюда, сука! Блять, сейчас начищу я тебе рыло. Бабка! Грязная, очкастая! Уродина! Сука, сука, еще одна грязная! Биология. А, слушайте, нормально? Hello, здравствуйте, дети! Добро пожаловать в мир биологии! Надеюсь, желудки у всех здоровы! Да. Что? Что такое? Кого мы сегодня будем кромсать? Рубить? Что? Что сегодня проведи при парадиме как можно более аккуратно на окончании? Ху-ху! Всю жизнь мечтал! Так, закрепи лягушку на помощь... Ай, блин, точно. Оп. Оп. Слушайте, ну я, в принципе, очень быстрый. Оп-оп-оп. Так, 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 дальше. При помощи скальпель, скальпель, скальпель. Time, тихо, мой дорогой. Так, вот теперь вот здесь вот надрезик делаем. Вот здесь. Господи, ребят, почему у меня на биологии такое не проходили? Так, тут надо открепить. Ой, какие органы-то пошли. Закрепить. На-на-на-на-на-на-на-на. Рассмотреть. Давайте сердечко сначала. Да, каждый орган просто надо вырезать, не знаю зачем. Так, 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 так. Да-да-да, я тороплюсь. Я тороплюсь, мой дорогой профессор, слава богу. У меня по биологии, кстати, было 4, ребят. Поэтому я биологию так биологи ми знаю неплохо. Точнее, знал тогда, сейчас я нихера ничего не знаю. Скажу честно, ничего не могу вообще сказать. Так, какие-то желудочки, желудочки. Ой, так, и кишечник, конечно же. Фу, какая прямая кишка, представляете, вот по этим трубочкам маленькие говёшечки выходят. Офигеть, а у нас трубки-то большие, да, у нас на самом деле там такое выходит, что это капец. Так, оп. Все, биология пройдена, мы молодцы, вот, вот так и надо делать уроки. Господи, вот, вот это мне понравилось. Так, сейчас мы, в принципе, можем... Так, футболка с мышцами. Так, кому нужна помощь? Привет. Ну, я не знаю, на самом деле, что он от меня хотел. Он, может, дополнительное задание какое-нибудь даст, но... Что-то вот забаговалось, может. Он говорил, мне нужна срочно-срочно помощь. Вот так вот. Так, у нас, кстати, было там задание, на самом деле. Я зря вообще ушел. Что-то я какой-то мудель, на самом деле-то. Вот. Фу, какая же... Вот так бы, знаете, толкнул. И толкнул бы вот так вот, а. Так, ну чё, дубль 2, здрасте. Я в гости к Насте. О, какая красивая... Стой, 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 я тебя люблю, моя дорогая попка! Стоять, не уйдешь! Блять, очкастая! Ну-ка, крепи ее, закрепи, сука! А, вот это неплохо. Блять, да что ж нормальные тёлки от меня убегают, а? Да даже и ненормальные. Стерва называется. Отдай! Или что? Или просто отдай! Ты мне угрожаешь, железка? Нет, просто отдай! Ты не имеешь права воровать. Несчастье для тебя, хрюшка-подружка. Именно это я и сделала. И вообще, я могу делать все, что захочу. Вообще все. Чао, прыщавая. Отдай. А ты не лезь в девчачью общагу, извращенец мелкий. Хватит меня глазами раздевать, урод. Размечталась. Эй, ты не поможешь мне? А надо? Конечно, она украла мой научный отчет. Без него я не сдам химию, не поступлю в медицинский колледж, не смогу найти лекарство от рака. Да у тебя на губе уже какая-то хуйня! А что мне за это будет? Ну, если поможешь, я тебе пацан... Блин, спасибо! Только не имей... ну ладно. Джимми, слушай. Отлично. Но если не поможешь, я всем расскажу. Что ты маньяк-извращенец, который подглядывает за девчонки в раздевалке. Да умей, сейчас будет тебе твой отчет. Твою мать, Джимми, ты просто, я не знаю, либо у тебя вообще никогда не было секса, что ты уж готов на поцелуи с такими, блядь, грязными просто. Я сказал секса, фу ты, поцелуи, ладно, я прошу прощения. Неудивительно, знаешь, надо засунуть туда, можно уже взять, по-моему, он специалист.
Да-да, шутка, прикол. Но он насрать может. Да ладно, черт, чувак! Чувак, да ладно, ты нормально выглядишь? Ты можешь нормальную найти? Зачем ты с очкастой стреляешь? Господи, так, яблочко, мудак, мудила! Блять, зачем я... Серьезно, она меня будет бить? Да ладно! Серьезно? Слышь, курица, это что такое? Охуеть! Ну что, типа ударила? Ну что, ты будешь моей девушкой? Джимми, логично, это самый лучший подкат был. Сначала яблочком кинуть, потом за косу дернуть, потом пинок, потом под ножечку, потом по попке шлепнуть, и все. Вот, и она твоя. Вот запоминайте, пока я жив еще. Пикап от подаванного залетчика. Мастера. Ой, жердя сидел на... Че, серьезно, я могу вот так вот сделать? Серьезно? Я могу так сделать. Ладно, в принципе, нормально мы. Ой. На самом деле мы могли ласково попросить ботана, мол, ну-ка дай-ка сюда там. Ну, а что-то я не стал нянчиться с ним, поэтому. Да, в принципе, нормально, ребят, не ссыте. Господи, с ботанами мы еще подружимся, да мы вообще самыми лучшими друзьями будем. Я уверен в этом. Черт, я ж всегда мечтал о таких друзьях, которые, ну, не знаю, в общем, взломаешь шкафчик Мэнди и... Сейчас мы там взломаем, все. Пошла отсюда, грязная червиха! Черт, ну хотя сиськи... Я могу сиськи, что ли, полапать? Ну-ка, пошла отсюда, пошла. Блядь, там идет какой-то грязный червь, понимаете, в чем проблема? Грязный червь, какого хера ты сюда идешь, а? Пошел. Фу-фу. Блять. Ну, похож на моего отца. Ну, имейте в виду, если бы я за Джимми был. Не, на моего-то отца он вообще не похож. Так. Я супер специалист по взлому, офигеть. Бля, что мне делать-то? Тихо, дорогой, не надо меня трогать только. Я не прогуливаю, честно. Сука, иди нахрен, а. Слава богу, они очень медлительные девки. Прогулы. Черт, ну прогуляю я сегодня. Что теперь? Вешаться от этого. Господи, я вообще прогуливал в школу. Не знаю, как что, как перчатки менял. Не знаю, зачем я так сказал, но вообще поняли. Так, мы можем, кстати, успеть еще, погодите. О, Джимми, спасибо! Ты прелесть! Окей, давай сделаем это, кружка. Твою мать. Твою мать. И она еще вот так вот идет, как будто, не знаю. Мистер Аждешки, она всегда будет принимать подарки, целовать тебя. Бля, нет, с такой я целоваться не буду. Иди сюда, урод. Задержан. Ну нормально, как бы на пары, на уроке так надо. Музыка, отлично, музыка, люблю музыку. По музыканим. Здравствуйте, мальчики и девочки, меня зовут Мисс Питерс, и я ваш учитель музыки в этом году. Так, барабанные палочки. Опа. Ага. Приготовься. Начали. Oh,
страшно. Купаемся на старших. Так, все, я не буду еще петь, потому что я не так-то мы реально заупаемся на учителей. Вообще на каждого, вообще на каждого. Да. 99%, 1% не хватит, охренеть. Джимми, это было прекрасно, молодец. Не, ну надо как бы у Нидерши тон-то такой. Так, рубашка с нотами. Странно, что у негров вообще уже в крови, можно сказать. Так, кто-то хочет. Да, блять, иди нахуй. Да хватит меня пинать. Нет, не пинайте. Че, опять что ли надо? Ну, вроде я вот же назад. А, типа назад теперь. Ну, чувак, назад уже будет дороже тариф. Что-то не идешь-то, как не идешь-то? Опять? За кого-то? Вот этого негра забоялся или что? Негр-ботан, охренеть. Я впервые это вижу. Я так понимаю, вот эти вот братки там в белых рубашечках, они не это специально там питали, да? Или... Не, смотрите, мы его нормально. Сейчас отведем. Да, господи. Попробуй толкни еще. Ладно, я пока, знаете, вот, как бы, прощаю им, прощаю, как, хулиганы, что с них взять, подумаешь, там, не знаю, насрут, насут, врут, какая разница, да? Какого хуя? Это что за хуйня сейчас была? В смысле про... Я потому что вошел туда или что? Почему вам не понравилось? Бред. Просто бред, ребят. Так, пять. Хрена себе. Я такого еще не видел. Защитить Бакки называется задание. Sorry. Ой, прости, прости, не пейте. Кончай в натуре, Кэрри, я смотреть пытаюсь. Плаванье не для средних умов. Что вы пейте, тебе ведь нравится зырить на девок? В купальниках. Это возбуждает твои грязные фантазии. Кэрри, да твари ты уже. О, Мэри, вот ты так эротично плаваешь брасом. Погодь, а может, ты от парней тащишься? Ну да, сейчас. Так от кого? Я смотрю, как вы всегда вместе. Я пытаюсь его взбодрить, сделать из него мужика или бабу, хоть что-то. Привет, Джимми, Питти! А, промокашка, рад тебя видеть. Слушай, Джимми, ты мне нужен. Бакки пошел в мастерскую взять кое-какие детали для своих проектов. Он так и не вернулся. Я боюсь, он попал в беду. А чего сам не сходишь? У меня уроки. Ну ладно, я боюсь. Не могу описаться. Вдруг он попался хулиганом. Я заплачу! Я за! Будет повод показать Расселу, кто здесь главный. Беги, промокашка, пока ковер нам не испортил. Промокашка. Пиздец. Точно, сперва разберемся с Расселом, потом и с остальными бандитами. И школа у нас в руках. Она фигала мне. Она мне нужна. Ну, чувак, я заплачу, иди помоги Бакке. А ты чего делать будешь? На мне планирование. Вот хуесос местный, а какой. Хватит, извини. Хорош, извини. Я ничего не понимаю, это что за... Господи, он пидорас или педофил? Вот один вопрос. Это что такое? Ладно. Ладно, ладно, все ошибаются, там, 16 лет ему, да, он еще пока не знает. Хотя, кому я вообще говорю? Вы уже и в 14 лет знаете, чудака. Ты как бы поколение такое. Так, Бакки, Бакки просто, там Бакки отбивают Бакки. Почки. Почки им просто, мне кажется, сейчас отобьют все.
Баки, где ты? Грязный Баки! Так. Блять, тихо, битый, ты его не бей. Так. Ты, сука, грязный червь. Так, у нас полосочка. Так, я биту возьму. Грязный червь. Ху-ху-ху, как хорошо-то. Отлично. Так, Баки, как ты там? Твою мать, ну это супер ботан, конечно. Ладно, я не знаю, что ты там говоришь, но пойдем. Капец. Капец просто. Ну ладно, нам заплатят, так что нормально. Баки, за шлячняк! У нас тоже, на нас вон тоже как бы действует, я поэтому... Так, надо было... Ну ладно, учитывая, какого есть у нас. Прикольно. Так, Баки, что там? Я не могу драться, он говорит. Что-то я могу. Блин, биту забыл. Охренеть, он что-то там взял. Баки, ты что издеваешься? Ты что там своровал-то у них, а? Может вы воришки грязные? Может вообще хулиганы? Это не хулиганы, а... Ну, он этот грязный негр, конечно, лучше его убить. По баку, охренеть, он по баку просто. Дай-ка я биту возьму. Все, уходите вместе с Баки. Пойдем, Баки, отсюда быстрей. Черт возьми, чего утихните? Батяня. Батька. Приятно знать, что рядом живет кровожадный старый псих. Типа, Джимми, вот твоя награда. Уважение хулиганов минус. Уважение ботанов. Йоу. Ботаны нас любят. Я ж говорил, что ботаны нас полюбят. Так, я теперь могу... Ой, толстячок, прости. Ёб твою мать, сука, это же тот жердяй, блядь. Сука. Вы видели? Он старосту просто... Он просто... Ну-ка. Смотрите, он просто-напросто... Ну-ка. Да, блядь. Ты за что меня, ты, суки? Ну-ка, 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 что будет дальше? Смотрите, он просто его уделывает, и все, он побежал. Охренеть. Охренеть просто. Так, за нами кто-то идет, да? Так, давайте еще одно заданиеце. Черт, я уж прям хочу еще. Еще там же? Да что такое, к девкам что-то мы наведались вообще. Прям. Дневник. Так. Что такое? Что такое? Эй, Беатрис. Эй, Беатрис, что срисовалось? Две вещи. Во-первых, у меня простуда на губах обострилась. Ew, gross. Фу, гадость. Во-вторых, мистер Хатрик увидел, как я пишу в личном дневнике на уроке. Это правовой запись в столе. Он сказал, что завтра отдаст его директору. Если кто-нибудь его прочитает, я просто умру. Это же очень личное. Хуже, чем когда вся школа узнает твои страшные тайны. Вся детская жизнь мелькает перед глазами. Тебе самому это предстоит узнать. Me? Мне? В дневнике я много писал про нас с тобой. Стоп, что еще мы с тобой? Что за мы с тобой? Yeah, ну как же, смотри. Сперва ты отнял мой отчет у Мэнди, потом ты влюбился в меня, дарил цветы, писал стихи и раскрыл свои... Стихи? О которой скоро знает весь мир. Наша любовь обречена. Хватит, ладно, верну я твой дневник. Мы поцелуемся. Это язвочки... Фу ты, господи. Проникни в школу через заднее окно. Да к нам вечно через задние какие-то места приходится проникать, а? Только посмотри. Дядь, детишки, уже спать вам пора, какого хрена? Ну ладно, ладно, не мне вас учить, я же все-таки вообще домушник или кто я вообще. Да иди ты нахрен, год. Это что за хуйня вообще происходит, охренеть? Увидели, да?
просто охренеть. Ладно, полезли, полезли в школу. Хорошо, что есть сзади места. Смотрите, что это нашел. А тут транзистора случаем нету, не завалялось. А то бомжу отдам, он меня научит. Бля, Джимми, только не тупи. Так. Охренеть, конечно. Так, ну в принципе нормально, так. Что такое? Заперто. Блять. Тихо, это было близко, капец. Они же сюда не войдут, правильно? Так, что у вас? Блин, ни хрена учительская, посмотрите на это. Офигеть, она просто офигенна. У нас в школе никогда такого не было. Даже учительский у нас сраный. Так, этот новенький Джимми, он такой плохой. Плохие зубы, плохие волосы, он плохо пахнет, плохо ко всему относится. И все-таки есть в нем что-то привлекательное. Я рассказал Бекке о своих чувствах, но не особенно обрадовался. Это очень грустно, ведь Бекке замечательный друг. Не хотелось бы думать, что в его жизни что-то не так. Я так и знал. Сегодня я проходил мимо него, и он на меня посмотрел. Он свободный радикал. Как бы мне хотелось соединиться с его электронами. О, после этих мыслей даже органическая химия вызывает у меня мурашки. Твою мать! Пошел-ка я отсюда, на... Так, ты ничего не видел? Спокойно. Фу, он отстал. Так. Что с детишками так? Блядь. Кто там, блядь? Иди нахрен. Все. Ах, вот и где. Ну что, удалось? Да, я его не читал. Почти. Нет! 20-20-20-20. Ну, в принципе, да, за 20-ку нормально. Ладно. За 20-ку, не, вот честно, за 20-ку вообще нормально, все нормально. Мне нравится, да. Так. Пойдемте дальше. Черт, Були, вот Були просто опупенная игра, ничего не скажешь, просто офигенная. Так, сохраняемся. Сохранить, перезаписать, да. На этом, ребят, пока что все. Если вам понравилось, ставьте обязательно лайк. С вами был Залев, до скорой встречи, дорогие друзья. Бай!